Привет, друзья! Вы снова на моем канале. Начала сегодня вязать носочки. Ниточка серая вот такая, трехжильная. Овечья шерсть очень теплая. Провязала резиночку. Здесь у меня серая ниточка и белая ниточка с ниточкой Лёрикс. Высота резиночки у меня 15 сантиметров. Высота пяточки 8 сантиметров, ширина 8 сантиметров, и вязала я до мыска 13 сантиметров. Здесь у меня резиночка 2 на 2, пяточку и тело носочка я вязала лицевой гладью. Лицевые петли здесь у меня, снутри она выглядит вот так, изнаночные петли. Вяжу на 4 спицах. Пятая спица добавочная. Вот это у меня первый носочек, а вот это у меня второй носочек. Вторая пара. Здесь тоже ниточка, люрикс. И сформировала я здесь пяточку. Вот видите, ровная, аккуратная пяточка. Здесь лицевая гладь. Снутри у меня здесь изнаночные петли. Вот за сегодняшний день я связала вот столько носочков. Завтра буду вязать лицевую гладью и закрывать наш мысочек на 4. Подпишитесь на мой канал, поставьте лайки. До скорых встреч в новом видео.